Привет, друзья и гости моего канала. Сегодня у меня шарлотка. Шарлотка в высокой форме. Вот такая вот она у меня получилась. Красивая, выпеченная и вкусная. Самое главное, вкусная. Хотите? Идем готовить. Берем 1,5 стакана сахара. И разбиваем туда 4 яйца. Все это перемешиваем миксером до вот такой вот консистенции. Добавляем 2-3 ложки столовые сметаны. Добавляем 200 грамм творога или кисломолочного сыра. Это одно и то же. И все взбиваем миксером. Желательно творог, конечно, через сито протереть. Ну, я поленилась. Но это не испортило мой пирог-шарлотку. Добавляем 1 стакан муки. Добавляем соду, 1 чайную ложечку. И все тщательно размешиваем. Вначале венчиком, потом миксером. Я взяла 4 яблока, порезала на дольки. Форму для выпечки я смазала растительным маслом. Всю-всю-всю форму со всех сторон и центральную часть тоже смазала растительным маслом. После чего выкладываем яблочки слоями, как вы хотите. Корицей я посыпаю, яблочки любят корицу. И я посыпала 1 чайную ложку манной крупы. Манной крупы я сейчас объясню для чего. Потому что яблочки при выпечке выделяют сок. И чтобы этот сок манка забрала, чтобы не был мокрый корж, я посыпала манкой. Ну, вот такой вот пирог получился. Выпекали мы его 35 минут. Но смотря у кого какая духовочка, 35-40 минут вообще-то при температуре 180-200 градусов. И штрих, последний штрих посыпали сахарной пудрой и пирог готов. Сейчас остынет, нарежем и будем чаевать. Вот такой вот красавчик у меня получился пирог. Нарезаем кусочек. Интересно, какой же он внутри? Мокрый или же манка сработала? Смотрим. Замечательно, манка сработала. Жидкость впитала в себя и получился пирог не мокрый, а замечательный. Посмотрите, какой классный пирог получился. Готовьте. Всем приятного аппетита. А я пошла